мне понравились. Надеюсь, вам нравится такие видео смотреть, а мне нравится их очень снимать. Сегодня у меня очень классная подборка замедленных съемок. А перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал, потому что мне будет очень приятно. Посмотрите пример, пока я буду готовиться. И эта девочка, которая сняла этот клип, она мега крутая. Вы сейчас сами поймете почему. Снимать я буду, конечно, в замедленной съемке, и что-то мне подсказывает, что надо будет снимать много дублей. Потому что, зная себя, я что-то да начудю. Подбираем музыку и начинаем. Первый кадр у нее дома. Подбрасывает волосы и закрывает камеру рукой. Давайте и мы попробуем. Давайте сделаем несколько дублей, чтобы можно было выбрать. Следующий кадр у нее на улице. Переходим на улицу. Я перешла на улицу, нашла подходящую лавочку. И так как на улице холодно, я немножко приоделась. Давайте начнем снимать. Следующим кадром нам нужно отойти от телефона, подойти к лавочке, повернуться, подбросить волосы и сесть. Давайте попробуем это снять. Следующим кадром нам нужно подбросить волосы. Но так как у нее на заднем плане есть тени, а мы этого сделать не можем, мы это упустим. Давайте попробуем снять. Дальше девочка смотрит наверх и опускает голову резко вниз. Давайте это снимем. Теперь нам нужно снять видео, не перемещая камеру, с одной стороны лавочки и с другой. Меня видно в той камере? Да? Все. Теперь осталось соединить все кусочки и можно смотреть на результат. Который мне очень нравится, и я хочу сделать что-то подобное. Посмотрите ее ролик и пойдемте снимать мой. Так, для начала подбираем музыку. Музыка у нас есть. Первым кадром она стоит сзади, снимает. Вторым кадром она поворачивается с руками. Третьим кадром она задирает ногу. Давайте это снимем. Ты чуть вот так тише. Это 5-4. Так. Чего я ж там стояла? Так, и сюда вот нужно повернуть. Так, теперь мне нужен обратный период. Так, она поворачивается. Так, теперь она задирает ногу, обратно выставляем. А, не успела!
Но у нее получается, знаешь, как было замедленное? Она поднимает нормально, а потом дальше замедленное. Опускает нормально и дальше замедленное. У нее как-то так было. Рывками такими. Я 0,5, на 0,5 поставлю. 5, 4, 3, 2, 1. И... Не на один уже надо поднимать руку. Дальше она поворачивается, подбрасывает волосы и стоит боком, волосы опускаются вниз. Сейчас поставлю период и можно будет снять. Сейчас мне нужно посмотреть на секунду. Так, 2, 1. Посмотрим, что у нас получилось пока здесь. Так, теперь подбрасываем волосы. Ставим период. И подбрасываем волосы боком. Посмотрим. Красиво получается. Осталось снять совсем чуть-чуть, скоро вы увидите результат. Теперь добавим эффекты и видео готово. Успела. Саш, тихенько. Они не успели упасть. Один. Я успела. И один. Обратно не успела. Силуэта. И фу. Ну, посмотрим. Скорее всего, хорошо получилось. Получается очень круто. Остался маленький кусочек. Теперь мне нужно выйти за дверь. Подобрали музыку, теперь нажимаем период и ставим точки, где у нас будет начинаться слоумо.
слоумо я выбираю 0.25x. И продолжаю снимать. Так, включила. Добавляю эффекты, и можно смотреть результат. А вот следующее слоумо, которое я хочу повторить. Буль-буль-буль-буль-буль. Для этого видео мне нужна вода. А так как на улице осень и уже холодно, я перемещусь в аквапарк. В аквапарке очень шумно, и звук у меня не получилось записать. А вот посмотрите, что у меня получилось. И на этом все. Я думаю, вам видео очень понравилось. А если это так, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. И можете посмотреть несколько слоумо в конце, которые я придумала сама. Пока-пока! Isn't it lovely? All alone, hard me to clasp my